Зола видео по Brawl Stars? А, блядь, я вам самую тупую хуйню не рассказал. Я вам самую тупейшую хуйню не рассказал. Вы готовы, блядь? Короче. Помните, у меня была идея постримить с Иваном Зола Brawl Stars. Помните? Он тогда сказал, то, что я опасная личность. И я еще тогда написал Каше и попросил его контакта. Знаете, что он сказал Каше? Это пиздец. Он сказал Каше, чтобы я... Иван Зола сказал Каше, чтобы я... Иван Зола сказал Каше, чтобы я... записал кружок с извинениями. И не просто ему в ЛС, а чтобы он выложил себе в ТГ. Это знаете, что из-за чего все? Помните, вот когда Илья его троллил, и этот самый, я сделал нейросетью Илья голос Ивана Зола, чтобы приглашение на концерт вот это было, блядь. Вот. И он, оказывается, знает то, что это я сделал. То есть он, оказывается, знает. Так ты извинился. Не, нихуя. Поехали. Поехали. Это мы посмотрим. Новое видео. Приятного просмотра. Так. Всем привет, мои золики. Подписывайтесь на канале Иван Золо 2004. И сегодня я продолжаю играть Brawl Stars. Так. Покачал... Подожди, откуда у него 177 кубков? Данных персонажей, и сейчас я... Он запотел. В принципе, на 11 уровне. Ясно, винтрейдер, блядь. И покажу вам данных персонажей. Мои персонажи: Шелли, Нита, Эль Примо, Поко, Джесси, Дейл и Бас. Самый и Бас. Сильный у меня Дейл, потому что он всех мощно разносит. Я вам позже это, в принципе, покажу. Так. А, он, кстати, Иван Зола смотрел мою реакцию на его видео, блядь. Как видите, у меня уже почти 300. И, собственно, я скоро открою локацию. Так что... Какую локацию? Это мы тоже, ну, некоторые карты испробуем. Также нам открылись квесты. Че сказал, да ничего. Которые я должен, в принципе, выполнить. Нанести 660 тысяч единиц урона. Выиграть бой 8 уровня и так далее. Выиграть бой 8 уровня. Далее. И, собственно, вот такие вот дела. Так, что у нас еще такого есть? Ну, в принципе, больше у нас ничего такого нету. Идем, собственно говоря, смотреть карту. Так. А карты у нас вот, вот такие. Столкновение Штольня, Броубор, Супер... Броубор, Захват кристаллов, горячая супер зона, пляж. Нокауты, и, в принципе, скоро вот это вот откроем. Я не знаю, что это за карта, но мы скоро узнаем. А начинаем вот, Броубор, в принципе, со столкновения. Сейчас вы увидите... Ой, ему сейчас что ли насуют? Я, как я разношу врагов. Так. Одиночное событие, погнали. Броубор. Золики, я нашел... Какие, что это за реклама, канал по... Давай, сам Дрейк Пейн, ага, давай не это, пополнять только там. Пауэ звук у меня микрофон. Если кто-то из нарезчиков вырежет, я потом вас найду. В микрофоне. История такая, что я записывал в вечернее время и... Бро, история, блядь. И я случайно выключил микрофон. И тем самым я на весь ролик. На весь ролик? У тебя нет микрофона? Мне не хотелось это перезаписывать, тем более я прокачал уже персонажей, уровень и так далее. Ой, б... Так что я оставлю тут парочку голосовых, которые будут как идея из моей головы для моего уже готового ролика. Так что приятного просмотра и извиняюсь, что так получилось. Вот я не знаю даже с чем это сравнить. Это вот 300 IQ. Вот обычно как? Если видят то, что запись проебалась, ну ладно, перезаписывают, там еще что-то. Нет, он просто поверх три голосовых, говорит, ставил. Тем временем я уже иду к победе. Мне осталось победить и, в принципе, забрать награды. Итак, я наконец-то уже одержал победу. И сейчас я молодец. Двигаюсь к новой локации. И сейчас вы узнаете, какой. Так. Я сейчас буду озвучивать Ивана Зола.
Победил, мне открылись новые события в игре. И сейчас я их буду открывать, дабы посмотреть, что там нового. И тем самым пойти уже в Brawl War Super Пляж. Открыл я новые события под названием «Дуэли» и «Нокаут 5/5. Беспокойный город». Да, да, зашли, зашли. Да, пи***ц. Погнали. Ой-ой-ой-ой-ой. Началась. Кто же первым делом выиграет? И команда Ивана Зола проигрывает 1 очко. Но команда не сдается и... Проигрывает 2 очко. И это, к сожалению, поражение. Но Иван Зола возьмет в следующем раунде реванш. Бля. А зачем он проспойлерил? В смысле, возьмет реванш? А, у него еще мутации нет. О, против ботов, давай. Итак, реванш начался. Идет пока что все очень хорошо. Иван Зола не сдается и... Очень хорошо, сдох просто, блин. Делает тактику, как их можно победить. Он не может отобрать мяч, но позже все получается. Он собрался с мыслями и сейчас скоро забьет гол и будет 1-0. Бля, пиздец. И мяч в воротах. Теперь же его враги стали сильнее. Просто... Сможет ли он одержать... Гол! Узнаем. Враги же не дают возможность дойти до ворот, чтобы забить гол. Ладно, кстати говоря, есть один вариантик, как мне все-таки с ним постримить. Ну, без кружка. Тем временем... Я, ну, короче, если будет в итоге стрим... Да. Иван Зол. Как, я вам не скажу. Он всех отвлекает, а другой человек уже... Но есть. ...мяч и мчится к воротам. Сможет ли он забить гол? Сейчас и узнаем. Так. Тем временем игрок Щеведов... Забивает гол. Матч окончен. Иван Зола победил. И все, и молчит. Ах да, как... Шевцов забил. Дил, мне досталось 1500 хпшек. Что, собственно говоря, очень отлично. Во! Для продвижения моего аккаунта в Brawl Stars. И, собственно говоря, у меня уже 324 кубка. Оху... Открываем же звездочку повышения редкости. И что же... Звездочка повышения редкости, блядь. Там будет, сейчас же и узнаем. И там очки силы для любого бойца, что, собственно говоря, пригодятся. И кристаллы, они тоже понадобятся. И открываем еще одну редкую звездочку. И что же там будет? Монеты 50 штук. Отлично. И последнее, что я открыл, очки силы для любого бойца. Это понадобится, когда мы будем... Это банан. ...прокачивать данного персонажа. Блять. Итак, прокачиваем персонажей. Прокачиваем Ниту. Ниту прокачивают, если на ней не играет. Прокачиваем Шелли-бандитку. Это, собственно говоря, на всякий случай, если когда-нибудь я буду в них играть. Интеллектом. А сейчас я выбираю, в какое событие мне пойти. Я выбираю захват кристаллов, подрыв. Сейчас. Во-во-во. Все, сейчас. Ну... Тем временем я вошел в новое событие под названием «Захват кристаллов». Задача игры нужно было победить всех врагов за определенное время и собрать 10 штук кристаллов. В этой локации мне попались очень жесткие персонажи. Я боролся с ними как только мог, защищая кристаллы. Эта схватка была легендарная, но тут, к сожалению, побеждали враги. Смотря на эту локацию, все было очень серьезно. То у меня отбирали кристаллы, то я их возвращал обратно. И так...
Прикиньте, реально, профессиональный матч по этому самому по Brawl Stars вот так бы комментировали, блядь. Собственно говоря, если посмотреться, то у них уже 6 или 7 так называемых кристаллов. Так называемых. А у меня 0. О, нет, у них уже 9. О, нет. Ага. Красная команда все побеждала и побеждала. Но синяя, в принципе, тоже не сдавалась. Ох, ребята. Ох! Да вот, убивай, и все, на тебя с гемами бежит. Это можно прямо смотреть вечно. Ну а дальше я прокомментирую все на 8-й минуте. На 8-й минуте? Таймингом расписал интервью Дудя. Я не молчу. Что тут происходит? Все, он въебал. Он еще по огню побегал. В этой локации, к сожалению, было поражение, но я, в принципе, не унывал. Тем временем пришли награды с квеста, и там было... Прикиньте, Brawl Stars MMA завтра ролик выкладывает, и у него вот, ну... Вот он точно так же озвучивает. Плюс 500 хп. Что если Иван Золо начнет дизлайки кидать? Плюс 500 хп. Звездочку повышения редкости, и что же нам выпадает? Так. Нам выпадает 50 монет. О-о-о! И дальше я решил, куда же пойти. И я решил сделать реванш по захватам кристаллов. Так. Выиграю ли я или нет? Лалью, я уже написал ему один на один, на Мортисе будем хуйнить, братанчик. Я, Серег, ну себе по уровню соперника нашел, блядь. Серег, блядь. Ебаный сыр. Сейчас же и узнаем. Итак, это второй раз, когда я играю... Дай бог выиграю. ...захват кристаллов. У него Мортиса даже нет еще, блядь. И на монтаже я решил немного укоротить его... Против ботов. ...полик, потому что через 6... Просто наполовину обрезать, блядь. ...кунд я уже, в принципе, выиграл, и это была лютейшая победа. Лютейшая. Отправляемся же в следующее событие. И следующее событие будет... Он ульту нажимает, блядь? Муравьиные бега. Он так озвучивает. Я понял, как он кубки, короче, капает. Он просто проебывает до того момента, когда против него боты попадаются, и за него тиммейты выигрывают, блядь. Сейчас я смотрю, не появилось ли ничего здесь нового. И в... Вот, появилось, один горит, забери монеты. В принципе, здесь ничего нового не появилось. Итак, иду я в горячую зону «Муравьиные бега». Это новое событие, в котором меня еще не было, и сейчас я в него поиграю. Сейчас просто следующее видео, вот Иван Золо в этом видео, у него 200 кубков на Дэриле, там вся хуйня. Просто он следующее видео этот, записывает, выкладывает, а у него там, ну, мастер апнутый. И он такой, ну я тут поиграл вне ролика немного. Итак, я в событии «Горячая зона». Здесь надо захватить все горячие зоны, чтобы выиграть и забрать тем самым кубки. Все горячие зоны, вот один круг. Враги оказались немножко послабее, но все равно нужно было не расслабляться, потому что они атаковали... Но ему ульту вообще. Поэтому на синем флажке уже было 40%, и я в принципе... Видите, Иван Золо по дому так же бегает, вот как в этом круге, просто вот, ну, хуй. Их всех, ну, как бы сказать, одолевал. Из дробовиков стреляет. И тоже. Все одолевал. Все было хорошо, мы прорывались к победе. И, собственно говоря, случилось это. Это. Тем временем Brawl Stars завис, и пришлось перезапустить игру. Блять. Он еще на компе играет.
А что со звуком? Перезапустил я игру, и вновь я ринулся в горячую зону. А он про***, кстати. Муравьиные бега. Такое часто происходит в Brawl Stars. Я, честно... У меня вообще не происходит. Говоря, я не знаю, с чем это связано, но, возможно, это какой-то баг. Выгу-выгу вылез. А почему он не играет в режим с Годзиллой? Или у него закрыт еще? Против ботов есть. Итак, началась вторая часть горячей зоны, и тем самым я уже, ну, как бы сказать, и побеждал, и то проигрывал. Враги в этой катке были чуть сильнее, но я... Чуть сильнее? Это те же боты, блин! Сдавался и мои союзники тоже. Это была прям потная катка, поэтому я держался как мог. Ну а следующее комментирование я буду комментировать на 12-й минуте. Следующее комментирование я буду комментировать на 12-й минуте. 12.08. Это, возможно, 300 IQ, да? Мне надо назад перемотать. Была прям потная катка, поэтому я держался как мог. Ну а следующее комментирование я буду комментировать на 12-й минуте. Бля, интеллект. Так. Как же его боты пиздят? Да ему натураль пи***ть вообще. Что? Ага. И снова у меня завис Brawl Stars. И тем самым я уже не хотел играть в горячую зону. Но тем самым я посчитал, что я выиграл, потому что... Ахуеть! У меня было на флажке синим 80... Сейчас посмотрим на его кубки. 9%. А значит, что я... Сколько выиграл кубков на Дэриле? Тем самым я выбираю новое событие. Выиграл под или нет? Названием «Нокаут. Живописный утес». Угу. Отлично. Событие «Нокаут». Отправь бойцов противника в нокаут. Это, собственно, задание было самым легким, потому задание. Что у меня были бойцы самые сильные. Итак, мой боец идет к противнику и прям в щепки разносит его. Разнес, это уже отлично. И первый раунд мы, в принципе, одержим прям легко. Раунд выигран. Первый раунд мы одерживаем прям легко. Щепка. И он, в принципе, финальный. Иду к тому же персонажу и уничтожаю его в пух и прах. И раунд выигран, матч окончен. Я, собственно говоря, молодец, и это было легко. Дизлайк надо было кинуть. Ботам. Кстати, очень смешно, короче, я когда на маленьких кубках играю, там типы, ну, против ботов попадаюсь, и там типы после игры дизлайки кидают им и клоунов. Такие, особенно, вот, короче, вот, как понять, что чел в Brawl Stars, вот, короче, просто вот, даже несмотря, как он играет. У него должен быть Эдгар, и вот этот скин, там, где у Эдгара голубые волосы. Все, это инстадол. Это моментально. Вот просто, это конченый чел. Это 100%. Вот этот скин за 30 гемов и Эдгар. А еще постоянно попадаются на маленьких кубках Алина, там какая-нибудь Кристина, Наташа, и все играют на Эмс. Тем временем я выиграл бой 5 раз и получил плюс 500 хп. Даже на карте, вот где Эмс, вообще никаким боком. П. И тем самым перешел на 12 уровень. И получил 100 кредитов, чтобы разблокировать... Вон прошлую, смотрите, вон. В скором времени персонажа. Захожу в призы и, в принципе, забираю 100 кредитов. А персонаж у нас... Иван Зоа, ты давай придешь ко мне на стрим, забрал пас плюс. Я вот брал пас плюс, тебе куплю. В скором времени откроется под названием Джеки. И тем временем я начал выбирать новое событие. Через своего бота.
И новое событие у меня было дуэли «Журавлиный лук». По правилам этой дуэли я должен был быть один и тем самым побеждать... О, так один на один! ...врага один на один. Так. Против бота есть. Пошел. Итак, я начал искать своего врага и уже, в принципе, нашел. И я его уничтожил и не оставил ни единого шанса. Он стреляет уже после того, как убил. Раунд выиграл. И второй раунд. Где же мой враг? А Нульто ни разу за ролик не нажал, да? Так и не нашел по всей карте. Но он прятался за кустами. И, собственно говоря, я его уже уничтожил. И второй раунд я вообще ни выиграл. Разу. И это третий финальный раунд. Ищу своего последнего врага, и все, я побеждаю. Тыщ, и в принципе готов. Тыщ. Раунд выигран, матч окончен. И это победа. Я выиграл 8 боев, и тем самым получил... Какие Плюс 500 хп. И тем самым плюс 500 я отправился на новое событие под названием «Нокаут 5/5. Беспокойный город». Ох, Ну сейчас 5/5 нормально. Беспокойный город. Тыщ. Итак, матч начался, и я уже усиленно... Ура! ...хотел всех победить. Но не тут-то было, тут были очень сложные враги. Он Ангелину убил! Я, собственно говоря, от них прятался, но, к сожалению, мне не удалось, потому что меня уже, в принципе, одолели. Но появился... А что с Фрэнком? Что он гигантский такой, блядь? Такой персонаж, который всех поем одолел. 56 000 хп, блядь. Это был Франкенштейн. У этого персонажа было мощное здоровье и мощная сила. И еще он увеличился в размерах. Поэтому он всех разнес и тем самым победил в первом раунде. И тем самым раунд первый выиграл. Ебать, Франкенштейн. Начался раунд второй, и я думал, что будет легче. Я думал. Но не тут-то было, потому что на меня налетело большое скопление врагов. И остался один Я в этот режим ни разу не играл. Персонаж, который всех одолел. И, собственно говоря, этот персонаж молодец. Тем самым он всех спас. Раунд выигран, матч окончен. Блин. И это победа. Вот этот скин за 300 гемов, кстати, у каждого теперь есть. На Динамайка. Даже у меня. А раньше он был крутой. Он стер. Кредитов и получаем нового персонажа по имени Джеки. Воу! Джеки любит рассказывать всякие байки из своей шахтерской жизни, не стесняясь в выражениях. К счастью, шум отбойного молотка заглушает ругательство. Вот такой вот она матерится, персонаж блин. Выпал. А, ну да, там же этот самый. И открываем же нового персонажа, а точнее выберем. У нас есть только один выбор. А Иван Золо матерится или нет? Я забыл. Чтобы выбрать персонажа, это будет когда Брок концерт? Или Барли. Я выбираю Брок. Помнишь, он говорил, заткнись, сын шлёпный. Да это не он был, блядь. Потому что у него есть ракетница. Ракетница. Открываю персонажа Брока и зачитаю его биографию. Брок – геймер и тролль. Вообще-то он романтичный интроверт, но ради победы он готов выйти из зоны комфорта. Геймер и тролль? Вот там реально такое описание? Открываю следующего персонажа, и это эпический. Это Бо или МТИ. Кто же... БМВ М3. Сильнее. Но я выберу... Бо, потому что... Бо! Мистер Пятерка, блядь. Такой мускулистый, и у него еще лук. Так что выбираем персонажа по имени Бо. Бо! Выбираем персонажа под именем Бо, и, собственно говоря, нужно собрать столько-то кредитов. 694. Столько-то кредитов. Мы этим позже и займемся. Отлично. Итак, сейчас я на данный момент смотрю, что же осталось в игре. Вроде бы я ничего не нахожу. Где? Но постойте. Нажал я на данного персонажа, и мне досталось 750 есть монет. Сюда. Это, собственно, очень даже хорошо. Очень даже хорошо.
Иван Зола, а ты открывал, ну, яйца Годзиллы? Мацал? Теперь же нужно улучшить персонажа Дэйва. В игре. Сейчас мы это и сделаем. Нажимаем на гаджет, чтобы улучшить данного персонажа. Но другой гаджет. За это мы должны отдать 1000 другой монет, чтобы он стал более мощнее. Блять. И я, собственно говоря, это сделал, и персонаж мой улучшен. Ну все, ищи теперь. Улучшаем же персонажи, которые открыли недавно, на уровень 4 или даже больше. А раньше помните, как, короче, улучшали персов, чтобы эти... До 6 уровня, чтобы гаджеты не падали. Вот было, да, такое, чтобы гаджеты не падали на них. И, собственно говоря, улучшаем персонажа под именем Брок тоже на уровень 4. Есть. В принципе, здесь уже ничего нового я, в принципе, уже не нахожу, так что я буду уже завершать ролик. С вами был Иван Зола. Ничего нового. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Зола2004. Нет. Так. А я, кстати, у меня же есть контакт Ивана Зола, знаете, я ему сейчас кое-что напишу. Пиши извинения. Нет! Позвони. Позвони. Не, он мне сейчас наговорит. А у него доступны звонки? Не, не принимает звонки, Иван. Иван не принимает звонок. Иван, написал. Я ему кое-что предложил. Я не думаю, что он откажется. Кинь ему туху. Зря, блядь. Зря.